Самый большой самолет успешно завершил свой первый полет. Модель 351 компании Stratolaunch стартовала с аэродрома в пустыне Мохаве на западе США и провела в воздухе несколько часов. Машина известна под неофициальным названием «Рух» по имени гигантской птицы из арабских легенд. По размаху крыла 117 метров — это крупнейший самолет в истории. Система предназначена для воздушного запуска космических ракет. Предполагается, что самолет может поднять примерно 340 тонн груза. Первый спутник инженеры надеются запустить уже в следующем году.